тренер ФККГУ Александр Иваненко. Сан Саныч, прокомментируйте прошедшую игру. Что случилось? Может, какой момент был решающий или какой эпизод? Что вообще изменило ход встречи? Да, в целом, я так думаю, для болельщиков, для зрителей игра понравилась. Поэтому остальное, это, конечно, я думаю, команда Саратова. И мы не планировали столько пропускать. Забить забили. То есть, ну, значит, где-то допустили ошибки, которые не должны были. И поэтому пропустили три. Команда, которая хочет занимать первое место, как бы, ну, не может позволять себе пропускать три мяча, при том, что они забили три. Поэтому, а так, я так думаю, все, кто вокруг нашей команды, не касаются ее, все довольны, поэтому... Хорошо, такой вопрос. Считаете ли вы решение судьи обоснованным касательно первого тайма? Ну как, удаление, я считаю, что были оба по делу. Просто мне не понравилась немного формулировка, что арбитры тоже учатся, вот на этих турнирах учатся. Как они могут учиться, когда игры, которые решают медали, скажем так, за первое место, за какие-то, не знаю, титулы, они учатся. Ну, как бы, вот получается, вот и основание для того, чтобы арбитры учатся. То есть все заинтересованы, поэтому вот так, то, что мы видим. Ну и плюс, помимо этого, конечно, игра. Хорошо. Какие вы сделали изменения по ходу второго тайма и выпустили Хана? Для чего? Может, надо было собирать уже защитника, когда вы повели? Ну, здесь как бы я не сказал бы, что надо было что-то именно основательно менять. Конечно, повлияло то, что было удаление. То есть нам пришлось где-то перестраиваться. Одного игрока уже чуть не хватало. Даже при том, что составы уравнялись, ну, опять же, это пришлось уже перекраивать состав. Помимо этого, защитники, то есть Федосенко пришлось заменить, потому что травма. И поэтому где-то перестроились, а Хана уже выпускали на свежесть, на... потому что нужно было освежать фланг. Как бы в конце он и мог решить. Надо было, да, забивать, да. И такой последний вопрос. Как вы оцените игру команды на этом мини-турнире? Чего хватило, чего не хватило? Ну, в целом к ребятам вопросов нет, за исключением того, что раньше мы просто играли всегда, старались ноль сзади, а там у нас моменты были, забивали. То есть мы слишком много все равно пропустили. Пустили. Проблема в обороне, да? То есть где-то, значит, мы не доработали в обороне, где-то, может быть, какие-то еще факторы сказались. Ну, вот как-то так. Хорошо, спасибо. Спасибо вам.